тебе. У плоті звіняще є літа, веселих туристов отряд. Люди походні і діди, домов наш нехитрий наряд. І пусть тебе не віриться, і пусть тебе не віриться, що птиці нам поють. І що цвіток і діриться, і що цвіток і діриться, нас Майя зовут. Зайдем с тобой по тропинке лесной. Ура! Наша песня звенит, над лесами летит. Ура! Конечно, командир – это очень важный человек в жизни отряда. При его правильном и умелом командовании отряд добивается хороших результатов. Мне бы хотелось сегодня наградить Горохову Аллу, капитана команды 3-го класса, за большую организаторскую работу. Бегом все. Дубинину Дарью, капитана команды 3-го В. Черняева Александра, капитана команды 4-го класса. 2-й Б-класс награждается за хорошие результаты в конкурсе «Природа и фантазия». Капитан, бегом. Thank you.
такие вот поделки. Спасибо. Понравилось балеть. Спасибо. Тебе что понравилось? Мне понравилось. Мне понравилось. Как делали костры. Костры. Так, кто еще что хочет сказать? Я. Давай. Мне понравилось, как делали поделки. Я. Так, тебе? Мне понравилось участвовать во всех конкурсах. Я. А мне? Так, тебе? Мне понравилось, когда мы купили флаг, чтобы через паутинку лазили. Ясно. Так, тебе? Мне понравилось, как мы здесь бегали. И как ребята костры собирали, как обедали там, да. Поделки делали. Обедали это а да. Мне понравилось очень делать поделку и собирать костры. Ульяна, поняла. А самое мне нравится это... участвовать во всех соревнованиях. Я, может, еще когда-нибудь буду ходить. Нет. Хорошо. Нет. А мне, мне все понравилось, особенно эстафеты и еда.